Ветер, песок, вода, усталость и эмоциональная эйфория ждут участников марафона Припяти. В субботу, 18 июля, спортсмены, которые любят проверять себя на прочность, вновь соберутся на Полесье по приглашению туристического клуба «Ориентир». Марафон будет проходить в двух форматах – велосипед, дистанция 12,5 километров, 25 километров, 50 километров. Бег, дистанция 12,5 километров, 25 километров, 50 километров. Все маршруты организаторы проложили в пойме Припяти, и трассы будут максимально приближены к реке. Помощником участников на длительных дистанциях станут гаджеты – навигаторы, велокомпьютеры или смартфоны, а еще собственная физическая подготовка и вера в успех.